Четвертый этап. Четвертый раз смотрю на эту пару. Как Оля улыбается. Какое обаяние. И какая скорость катания у этой пары. И какая фантастическая поддержка на одной руке. Это место для меня. Ой-ой-ой-ой-ой. Шикарный какой Тодес. Просто фантастический. Полных было 3 оборота. Полных 3. И заход-то на какой скорости был произведен. Смотрите, как легко Саша бросает партнершу, но бросает не совсем, а оставляет у себя на плече, чтобы исполнить высоченную поддержку. Очень высоко задрал партнершу Александр Энберт, но не позволил даже на мгновение усомниться, что может ее там... Это...
погляди, погляди, погляди.